Здравствуйте, дорогие подписчики! И сегодня у нас распаковка вот такой вот палатки летней. Палатка автоматическая. Размер 200 на 130 на 110. Вместимость 2-3 человека. Материал рамы стекловолокно. И вот здесь у нас на обороте, как она выглядит сейчас, то есть это кружок такой вот, и как она будет в собранном виде после сборки. Мы сейчас соберем и покажем вам этот маленький домик. Сейчас. Так, посмотрим, из чего она состоит. Вот так выглядит сама палатка, и для нее, ну что тут, а тут что, а нет, вот крепежи. Ну что ж, мы начнем собирать палатку, и сейчас покажем вам ее. Ого! Так, ну ее нужно установить на землю. Это... Дорогие подписчики, вот так выглядит наша палатка в собранном виде. Вот здесь вход, дверка у нас. Дверка, она на замочке вот таком. И с москитной сеткой. Можно закрыться просто на москитную сетку. А можно закрыться целиком, и материал водонепроницаемый, то есть дождик вас не намочит. Очень интересный вариант как для отдыха на природе, так и для игры детям. Маленький домик. Сверху тоже окошечко с антимоскитной сеткой. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте, как нравятся ли вам наши распаковки. Всем пока!